Двух американских туристов, оставивших автографы на стенах Римского Колизея, ждет разбирательство в суде по обвинению в вандализме. Девушек из Калифорнии задержали в минувшую субботу. Сейчас обе под подпиской о невыезде. По данным итальянской полиции, они нацарапали монеты свои имена и сделали селфи на этом фоне. Судя по всему, хулиганский поступок обойдется девушкам дорого в буквальном смысле. Россиянин, который в ноябре прошлого года начертил только одну букву на внутренней стене Колизея, был приговорен к 4 месяцам тюремного заключения условно и штрафу в 20 000 евро.